Фальшивые платежки за услуги ЖКХ, мнимые работники служб социальной помощи, телефонные вымогатели, липовые банковские работники. Каждый день мошенники придумывают все новые способы обмана граждан. И чаще всего их жертвами становятся доверчивые пенсионеры. Именно об этом предупреждают пожилых людей участковые уполномоченные полиции и общественники. Самое главное, проводится именно профилактика вот таких правонарушений. У нас работают на каждой территории участковые уполномоченные, это полиция, вот, которые собирают, соответственно, как бы и пострадавших, проводят вот такие или непосредственно ликбезы. И вот сегодня мы организовали совместную акцию общественников и сотрудников правоохранительных органов. Помогаем организовывать рейд, есть у нас определенные листовки, люди задают вопросы по поводу некоторых ситуаций, вводим разъяснения совместно с сотрудниками правоохранительных органов, ну, чтобы побольше было грамотных людей, как не нужно поступать в некоторых ситуациях. Совместные рейды позволяют охватить значительное число людей. Однако еще эффективнее тематические встречи с населением. Тогда полезную информацию можно донести до десятков и даже до сотен человек. В общественной палате района есть квалифицированные юристы, которые могут помочь гражданам разобраться в любой, самой сложной ситуации. Заинтересованы в подобной работе и местные власти. Мы регулярно проводим с отделением полиции кубинским, разъясняем жителям совместно с сотрудниками администрации, проводим такую профилактику на пресечение подобных незаконных действий. Согласно статистике правоохранительных органов, число мошеннических действий на территории Одинцовского района в последнее время постоянно снижается.